мраморный статуй Дананги. Автомобили, произведенные не во Вьетнаме. То есть, например, если мы покупаем BMW, то одно BMW мы отдаем государству. То есть не машиной, а деньгами. Если покупаем BMW X6, то, следовательно, один BMW X6 мы жертвуем фонд развития Вьетнама. Какие автомобили производятся? А цены такие же? Цены чуть дешевле. Ну, здесь машина, например, примерно стоит столько, сколько у вас в России. Ну, у вас со всеми вашими налогами. Посчитать. При оформлениях там, то, в принципе, то на то и выходит. Ну, во Вьетнаме может даже чуть дороже получается. Бензин здесь 24 тысячи. Это чуть дороже доллара за литр. Вьетнам сам добывает нефть. Газпром здесь наложил свою руку. Начали добывать нефть на шельфе. Море. Да, и цены, кстати, тоже дорогие. Во Вьетнаме есть один завод, перерабатывающий нефть. Но его объемов не хватает для того, чтобы обеспечить всю страну бензином, и, следовательно, Вьетнам продает нефть по сниженным тарифам Японию. А из Японии уже по сниженным тарифам потом покупает непосредственно бензин. То есть Япония от этого только в выгоде, потому что она берет нефть и отдает бензин. То есть, а все остальное, что она производит из нефти, она оставляет себе.